Сегодня состоялось заседание правительства края. На повестке стояло 9 вопросов. Основные из них касались транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, а также изменения величины прожиточного минимума на территории нашего региона. Он утвержден на уровне 10 598 рублей за четвертый квартал прошлого года. Кроме того, правительство утвердило новые тарифы на сжиженный газ для потребителей. С 1 июля они увеличатся с 41,5 до 42,5 рублей. И самый большой блок вопросов касался общественного транспорта. Цены на проезд повысятся в Красноярске и Ачинске. Правда, касается это только троллейбусов и трамваев. Стоимость поездки в них не менялась 2 года. За это время увеличились расходы на электроэнергию, текущий ремонт и также страховые взносы предприятий. Воспользоваться электротранспортом в краевом центре можно будет за 19 рублей, а в Ачинске за 16. Все условия по использованию транспортных и социальных карт остались прежними. И для автомобильного транспорта, и для электрического, если раньше было связано там с изменением заработной платы и так далее, то сейчас, конечно же, превалирующая доля в росте тарифов – это эксплуатационные затраты. Все, что связано с текущими заправочными материалами, ГСМ, там, масла и так далее, для электротранспорта – это, соответственно, электроэнергия и тоже все обслуживающие смазочные материалы, запчасти и, соответственно, стоимость ремонтного фонда. Кроме того, было решено повысить стоимость проезда в автобусах в Железногорске и Норильске. Цены там не менялись уже 1,5 года, и перевозчики попросили их пересмотреть. Теперь поездка на маршрутке обойдется жителям закрытого города в 22 рубля. В центре Норильска общественным транспортом можно будет воспользоваться за 26 рублей, а вот доехать из Норильска в Талнах будет стоить 40 рублей.